Тюменский драматический театр открыл новый 166-й сезон. Несмотря на дневное происшествие, возле театра произошел небольшой пожар. Мероприятие прошло в штатном режиме и с аншлагом. Начали творческий год спектаклем «Наш городок». Премьера этой постановки состоялась в июле. Это очень интересная, очень жизнеутверждающая история, в которой важно ценить каждое мгновение. И весь сезон именно будет посвящен этому девизу «Жизнь надо жить». И все спектакли, которые будут в новом сезоне, так или иначе будут соприкасаться с этим слоганом. В этом сезоне запланировано 5 премьер. Ближайшая в октябре «Чайка» по Чехову, далее будет работа для подростков «Церковь Пресвятого Макчикина», а в апреле «Биография из леса Бэмби». Это постановка с куклами и актерами на сцене. А в финале сезона 2 спектакля по Пушкину.